Вітаємо вас в ефірі телевізійний марафон «Цінуємо українське». Сьогодні в нашій студії керівник Всеукраїнської спілки ветеранів прикордонної служби, учасників бойових дій «Кордон» Юрій Олегович Бичковський. Здравствуйте. Тема нашого марафону «Цінуємо українське». За що ви цінуєте Україну і Херсон? Я херсонець, я українець. І де би я не служив? На Чукотке, в Забайкалье, в Афганистане, в Сибири. Я всегда гордился тем, что я херсонец. Я всегда гордился тем, что я украинец. И я эту любовь и эту гордость пронес через всю свою жизнь. И как только случились вот эти страшные события со стороны агрессора, со стороны враждебного нам государства России, я сделал свои выводы в отношении того, чем занимались мы тогда в свое время. Но Украина для меня превыше всего. Моя семья – это Украина. Мои дети – это Украина. Моя мама – это Украина. Мои друзья – это Украина. Слава Украине! Я очень люблю и горжусь тем, что я украинец. День прикордонника має для вас особливе значення. Розкажіть, будь ласка, чому саме? В 1979 году было принято решение Совета министров СССР о праздновании Дня погранвойск. Это было сделано для того, чтобы увековечить память о всех людях, которые служили в пограничных войсках. И вот в 80 году, 28 мая, впервые в Херсоне возле памятника танку собрались ветераны пограничных войск. Это были люди взрослые, это были люди с большим жизненным стажем. И мне, как только что демобилизовавшемуся молодому моряку, было вдруг неожиданно дано право вести эту колонну, чем я очень горжусь. И вы знаете, что в течение 40 лет я честно выполняю этот свой долг перед ветеранами пограничных войск и перед теми людьми, которые любят пограничников. Я знаю, что вы много років співпрацюєте с воинами-афганцами, и вы є прикордонником. Як ви сьогодні здійснюєте цю діяльність? Дело в том, что очень много задают мне вопросов, как получается, что ты вертолетчик, ты пограничник, ты моряк, ты афганец. Но перипетии службы в советской армии и в украинской армии. Вот так сложилась ситуация, что срочную службу я начинал служить как раз моряком-пограничником. Закончив эту службу, я вернулся сюда, в Херсон, и после этого был призван на срочную службу в качестве уже механика вертолета Ми-6. То есть, получается, я стал вертолетчиком. Но так как я в Афганистане выполнял функции командира парашютно-десантной группы в составе поисково-спасательной службы, поэтому я еще имею отношение и к ВДВ. Ну и, соответственно, мое пребывание в Афганистане дает мне право быть участником боевых действий. Афганистан породил целую плеяду героев-пограничников, которые с честью и достоинством, смело, мужественно выполняли свой воинский долг. Я не говорю интернациональный, выполнял воинский долг по защите рубежей нашей бывшей родины. И то, как пограничники проявили себя в сражениях и в спецоперациях, ну, дает нам право считать их супергероями, супервоєнними. Я знаю, що у вас є дійсно такі братські стосунки, так, взаємовідносини, що ви зустрічаєтеся, що ви підтримуєте пам'ять минулих років і працюєте з сьогоднішніми поколіннями. Розкажіть про це, будь ласка. Молодіж, безусловно, на нас очень ориентируется. Мы постоянно сотрудничаем с интернатом имени Шевченко. Мы очень много помогаем, мало того, что финансово, мы очень много помогаем идейно, мы очень много помогаем духовно. Создание футбольного клуба на базе этого же интерната. Кстати, ребята выигрывают практически все чемпионаты, потому что они в одном мире, и они постоянно вместе. Мы постоянно сотрудничаем со всеми учебными заведениями города Херсона. Я благодарен их руководителям, потому что приглашают нас регулярно. Дети интересуются этим. И пока мы востребованы, мы обязательно будем
преподносить себя, рассказывать о своей жизни и на нашем примере воспитывать в них чувство долга, чувство ответственности за свою родину. Ви є дуже небайдужою людиною і дуже талановитою насправді. Ви і співаєте, так? І створюєте відеокліпи, і маєте про що дійсно розказати. Ми роді не обіжені судьбою, а ясли і біда там на двоїх. Написано Морчасти погранвойск на ленточках твоїх і на моїх. Я знаю, що цього року до Дня прикордонника ви підготували особливий проєкт. Розкажіть про нього, будь ласка. Вперше я благодарен обласної державної адміністрації Херсонської за то, что они оказали нам финансовую помощь в создании вот этого буклета. Буклет этот рассчитан на людей, которые служили, во-первых, в погранвойсках, а во-вторых, для людей, которые интересуются этим. Так вот, буклет рассказывает о 40-летии празднования Дня погранвойск на Херсонщине. Нам есть чем гордиться. Херсонщина является центром ветеранского движения. И я это сказал не преувеличивая, потому что на все празднования Дня погранвойск не мы ездим, а к нам приезжают Днепропетровск, Запорожье, Тернополь, Черновцы, Ужгород, Киев, Харьков, Николаев. Эти люди, пограничники, приезжают сюда, к нам, в Херсон, потому что когда они видят, насколько монументально, насколько массивно проводятся у нас эти мероприятия, которые состоят, начинается все у нас с панихиды о погибших пограничниках в храме Покровы, который находится на улице Мира, который мы построили собственными руками. После этого возложение цветов героям Небесной Сотни и АТО. После этого мы встречаемся с ветеранами погранвойск возле танка, и в течение получаса люди общаются. Потом приходят дети, делают нам концерт, поздравляют нас. После этого мы формируем колонну и идем к памятнику неизвестного солдата. Все традиции мы стараемся обязательно исполнять. После этого мы проходим с колонной, которую сопровождает, как правило, всегда полиция. Проходим до пограничной заставы. На пограничной заставе каждый раз, за исключением одного, 2014 года, по понятным причинам, мы встречаемся с действующими пограничниками. Бажаю здоровья, творчі прикордовики! Обмениваемся подарками, обмениваемся культурными ценностями, я имею в виду песни, рассказы, общение. И после этого мы выдвигаемся к памятнику пограничникам, о котором я хотел бы сказать отдельно. Когда в 2014 году повалили памятник Ленину, повалили памятник Дзержинскому, повалили памятник «Искре», газета «Искра», которая находится в сквере студенческом. И вот тогда там был целый митинг, было очень много людей проукраинских настроенных. И единственные, кто предложил мэру, причем официальным письмом, официальным обращением, и прямо там на месте, чтобы вместо этой стелы мы поставили там памятник пограничникам. Это была наша инициатива, первая и настоящая, как раз там, где находилось Азово-Черноморское управление пограничных войск Украины. И вот в тот момент это было воспринято как нечто... Да вы что? Да зачем? Это студенческий сквер. Зачем нам это надо? Херсону это не надо. Хотя я тогда уже говорил, что Херсон это уже пограничный город. Все, привыкайте к этому. И тем не менее, через 4 года, хотя нам было отказано, там стоит памятник пограничникам. И сквер называется «Памяти пограничников». Кроме этого, наша заслуга еще в том, что мы обратились также к городским властям для того, чтобы увековечить память нашего музыканта,
пограничника и сделать ему памятник на улице Суворова в виде играющего музыканта со стулом. Категорически был отказ. Нам сказали, что этого делать никогда нельзя. Суворова улица для того, чтобы отдыхать. И тем не менее, что мы видим сегодня? Стоит памятник музыканту. То есть все наши идеи, которые я официально излагал в письмах к руководителям города, сегодня все-таки были воплощены в жизнь, а нас тогда почему-то не слушали. Но это не страшно. Самое главное, что жизнь продолжается. Мы продолжаем заботиться друг о друге, о своих семьях. Мы никогда не забываем своих детей. Мы никогда не забываем о том, что мы должны хоть кому-то что-то передать и оставить после себя. Так вот, в этом буклете описано все, начиная с 80-го года, как мы начинали праздновать, все здесь описано. Самое страшное началось тогда, когда в 2014 году злобный вражеский режим Кремля захватил Крым и начал войну на Донбассе. К моему удивлению, но тем не менее, мне было очень приятно, что Государственная пограничная служба Украины официальным письмом обратилась лично ко мне для того, чтобы мы организовали отряд из ветеранов пограничной службы, ветеранов воздушно-десантных войск для охраны южных рубежей Херсонщины на границе с оккупированной территорией Республики Крым. Это было страшно, но тем не менее, имея всего лишь один автомат, в количестве 10 человек мы выехали и охраняли границу Херсонщины с Крымом. Мы не знали, что может произойти. Я не хочу говорить о том, что мы герои или... Нет, мы выполняли опять свой долг по отношению к своей родине. Потому что мы не знали, что произойдет. Могло быть так, могло быть по-другому. Никто этого не знал тогда. Мы поставили пограничную вышку. Мы смотрели на то, как в Крыму уже стояли тогда грады. Потому что в хорошую погоду это было уже видно. Прямо с косы, это в районе Харлов. И местные жители с радостью нас воспринимали, помогали нам питанием, помогали нам обмундированием и помогали даже своим стрелковым оружием. Приходили люди и вместе с нами ходили в дозоры, ходили на охрану границы. Я думаю, що насправді нам є дуже багато про що поговорити. І це далеко не остання наша зустріч. Але сьогодні, на жаль, час спілкування обмежено. Будь ласка, ваші побажання херсонцям і глядачам телеканалу «Твій плюс». Я іскренне хочу сказати, в Херсоні є сильне ветеранське движення. І воно направить свої сили тільки на те, чтобы помогать херсонцам, помогать городской власти, помогать государственной власти для того, чтобы решать все проблемы в рамках нашей Херсонщины. Я искренне поздравляю всех пограничников. Я желаю им счастья, я желаю им здоровья. И помните, бывших пограничников не бывает. Це був Юрій Олегович Бочковський. Дивіться телеканал «Твій плюс» і телемарафон «Цінуємо українське».